Arty25 представляет. World of Card. Забудь про рандом, положись на свою интуицию. Только у нас 50 тысяч золота может стоить всего 140 рублей, а премиум танки 8 уровня всего 240. Открываешь одну из трех карт и гарантированно забираешь приз подарком на свой аккаунт. Артем так прется, сидит, улыбка от уха до уха. Ну, естественно, когда у тебя это получается, то, что ты хотел, и то, что зрители хотели, то есть, когда все этого хотели, это получается, это доставляет радость. Ради таких моментов стоит играть. Круто же. Спасибо, Константин. Спасибо огромное. Честно заработал. Лови. Заработал честно. Спасибо. Ты, конечно, сказал там маусу на штучку накинуть. Я так это... А я взял и на две накинул. Превзошел, так сказать, так, ожидания так, всех. Так 2000 гони тогда. Да не. За каждую штучку по маусу, да. Таких не было условий. Что там со 103-м? Вот в углах его нет. В углах нет. Тут должна быть семерка где-то. Ну, еще один. Хорошо. Вот они. Ой, ваншот! 1850! Да, кто просил? Давайте там, кто там? А, мистер... Кто что любит? Блин, М103, конечно. Мистер Помидорка, ты просил ваншот. Блин, распишись вот где-нибудь в ведомости за этот ваншот, что ты его получил. Ей. О, 92-й че может. Так, ты классно стреляешь. Я в семерку. Угу. Жду, когда она там нормально встанет хоть. Ждун. Да. Еще какой. Главное, чтобы пусть сливали. Я тут еще шоты раздаю. Я что-то 5. Наш стрим под наценку не очень. Мне, кстати, надо все эти моменты записать. Будет попозже чуть-чуть. Да, маусу там я дал. Ваншот сейчас дал. Для нарезочки-то надо записать все. Так, по ПТ-хам, наверное, буду работать сейчас в город. Угу. Пока вот столько КД. Или потяжем. Не, на ПТ я сведен. Жень, 2, покажи. 2.68, да, сейчас дам. 2.63. Наверное. Да. А еще я не вижу пока. Не вижу. Спасай, не дай бог сейчас будет наверху. Вон она. Дайте мне 5 секунд. Нет, уехала, блин. Жопа. Так, а кто-нибудь на меня будет сейфить, там нет? Наверное, я нет. Буду, я буду. Я ну, буду. Их, точ- их очень много просто. Да, их вообще капец как много. Просто капец. Я в сейф бегу. Надеюсь, я успею до кустов. Да, я успел, не засветил. Лор, не беги ко мне, ты светишься. Я вот их подсвечиваю, но наши не... Слушай, у меня КД еще вот столько. Отвлекай пока. Почему не мог 2-6-3 забрать? Он ближе всех, он опаснее всех. Хорошо. Попробую гриля. Блин, такие шоты раздаешь, а команды все равно сливают. Представляешь? Конечно, представляю. Как никто. Попробую так. Ай! Вот какого он остановился? Видели вот это движение его? Ну, блин. Короче, он увернулся, как Нео. Просто. В перманенте он. У меня 30 секунд. 30 секунд, Жень. Ну да, еще плюс вторая арта есть. Ну, какой 15 у нас. Ну, арта тоже, наверное, КД. Наверное. Ну, забирайте. 15, 03, 17. Давай 3-4 тебе попробую сейчас подсветить. А, ну он там... А сок у него... А, нет, 300 хп, да? Да. Ну давай заберем все равно, чушь. Ну нам как бы выигрывать надо, поэтому... Я свожусь туда. Я уже просто готов почти туда кидать, 5 секунд. Хорошо. Так что заберем и все, этот фланг будет чистый, можно спокойно будет да, булки понятно. Разбавить. Хорош. Понятно. Ну давай, я поеду. Да-да, я направо.
Там что-то все плохо. Что-то как-то да, не очень. Наверное, надо спортить хэвика. Ай-яй-яй, стой. А куда? О боже, скатился. Блин, опять какой-то лаг, и я не выстрелил. Ну блин, ну очень-очень обидно. Ой, очень. Там вообще на штуку, наверное, кинул. Ну, бывает. Лагает. Смотри, 69-ка шотная. ВЗХ так себе. Ну, стройка надо будет разбираться как-то. ВЗХ тоже шотная. А, 140 у них. А, тоже шотная. Жень, просто хорош, хорош. Я тройку буду работать. С тебя вот эти шотники. Хорош. 17 секунд по тройке. Киберспорт пошел. Только прострел нет. Блин. Нашу Ешку дамажу там портой. Ей бы вот сюда поджаться, под этот дом. На арте сегодня я, наверное, нет. Так, сейчас. Блин, кину. Я засветился. Ну, кидай, кидай, может я добью. Хорошо. Хорош. 69-ка абсолютно шотная вообще. Тогда я за артой поеду, наверное. Или. Потому что там голдовый снаряд прям под нее упал. Я не видел. Не могу утверждать, сколько хп осталось, но... Да, 300 хп. Ну, как бы почти шотная, ладно. Для меня шотная, для Еги шотная, для тебя на два выстрела. На один остался. Хорошо. Не попал. Нет. Если что, я попробую. Стрельнул-то, да? Да. Хорош. Три арты. Разберемся. Арта на КД по Яге. А, показывает, откуда стреляет. Блин, у Яги 43 хп-шки. Да, чекнешь, давай. Чекай, там у меня вот пока в стоп КД. Мне кажется, она сейчас будет здесь, прям за буграми будет переезжать. Так что прям тебе надо на холм подняться, наверное. Там. Нет, никто. Вроде. Ну да. Кусты смотрю там. Давай, наверное, попробую просто кружочек по обрыву так дать. Он обманул нас, что ли? Типа нет там никого. Ну, ему может показалось, что оттуда снаряды летели. Я выполнил. На самом деле они оттуда не летели. Мои слова. Константин, а про что ты говоришь, я не понимаю. Вот. Сажусь. Один. Так я вам нардам шот. Давай, давай, сажусь. Какие твои условия, Константин? Что нужно? Я кину сейчас. Давай. Нет, слишком большой взял крюк. Вернулся. Ничего, заберем 7 минут. Я могу сплэшем сейчас туда закинуть под 2-6-1. Как раз. Все, дай мне 15 секунд для выстрела. Жень, даю. Просто не надо его светить, не. Хорошо. Пугай, а то он подожмется. Хорошо. У него сейчас торчит жопа. Давай. 5 секунд. Главное в дом не попасть. Остальное все неважно. Кинул. Хорош. Так, меняем кусты. Наверное, вообще поеду чуть-чуть правее пока. А ты чекай, что там? КДшка вот. До кустов я не добрался. Так, ну что? Они же в углу? А, нет. А чё у меня не сработал этот маркер на мини-карте? Там тюлюлю, все дела. Что засветился он? Не знаю. Вот и я не знаю. К тебе едет, да? Ну, не вон, не понял. Ну, в сторону в твою поехал. Давай снизу. Эй, давай сейчас снизу. На скеле. Угу. На скеле я сейчас получу, на полочку.
Он даже сзади его объедет. Мне кажется, он прям вперед поехал. Почему-то мне так кажется. Он перевалился уже на Е0 где-то. D0. Может быть. Блин. Развел меня. Он типа, нет, не развел, он поехал тебя светить, чтобы другая арта с А0, наверное, откидала по тебе. А куда? Ну, ты представляешь, он уже развернулся, конечно. Это как? Он понимает, что я делаю, да? Вот он знает, как я поехал. Ну, классно. Замечательно. Ах, не попал. Черт, а это плохо. Чувак без сведения стрельнул просто. Ну как это можно было предсказать? Ну это, блин, бой недели просто. Номер 5. Ну что за бред? То есть ты подумал об этом поезд вперед, а я не подумал. Так, ну у нас как бы теперь ситуация-то плохая вырисовывается. Ну это просто ненормально сейчас будет. Да, уже плохая. М40 где-то стоит. Попробуем как-то пробландить сейчас. И, наверное, поеду. Чуть-чуть потихоньку поеду. Ну, бывает, Женька. Так, бландим эти кусты и едем отсюда. Не должно такого быть. Уже успею пока переехать. Хотя мне вот ехать вперед самому, честно говоря, нельзя, потому что если я буду в засвете, то меня убьют. Блин, ну ягоды наши тоже не посветят. Короче, не знаю, что делать. Ладно, поеду. Рискнем. Здесь, знаешь, попахивает ничьей на самом-то деле. Ну, если тебя не убьют, то да. Вряд ли они поедут в эту деревушку маленькую, потому что они, скорее всего, там ягу ожидают. Поэтому... Чё даже не тебя... знаю, что делать. Что у тебя по дамагу вообще? Видимо, 3800, но там еще бланды были. Два бланда. Ну, тогда нормально. Да не, пятерка-то есть. Ну и хорошо. Да я задам, я не парюсь. Я хочу, да, победку хочу. Вон он. Оно, реально что? Оно. А, катается. Ты сплошанул его, что ли? Нет. А, это мой. Это у меня убил. Я думал, там 40. Давай, Яга. Он остановился, что ли? Нет, он поехал вперед. Мне кажется, он в куст остановился. Ну, он остановился, а потом поехал вперед. И, типа стал в куст. Ай, нет. Не попал. Ну там у меня еще и перелет был на самом деле. Может быть, он там стоял. Не, он в последний момент дернулся, надо вперед поехал. Он помансовал. Я думал, чтобы Яга его засветила. Если бы он поехал. Ладно, это... еду я потихоньку. Там-то кусты были. Я куда-то просто так стреляю. Да, я слышу. Вот, он же там стоял в этом кусту, смотри. А Яга выстрелила в этот момент, да? Блин, к сипорам с ним. Да, экшен. Но он между кустами катается, его Яга видеть должна. Сейчас она его... Ну, тут уже некуда ему деваться, просто некуда. Давай, Юль, 2 минуты. Ну, а тот на нуле, скорее всего, если он не переехал, то... Я обландил там один куст, но он может еще прям в самом уголке так, стоять. Так, главное, чтобы Яга не разбилась, тут такая ямка. Ты же вверх чекнул, вот, да? Вот, теперь приехал. А, сзади, а вот не работает миникарта. Вот не работает. У меня пикает. У меня не пикает миникарта. Мне подожди. Ну, давай, сколько тебе, 16. Да. А он знает, что тебе, это... он знает, что тебе. Да, он знает, но он посчитает. Так, Яга тебя должна засейвить. Так, где он едет? Вижу, справа. Ой, не ломать. Все, давай. Минута. Ну и что мне с ним теперь кружиться? Яг хорош. Брависсимо. Вот какой, а. Фух. Ну, должно было заканчиваться все на самом деле 3 минуты назад. Так и да. Да он там стоял, я думал на нуле где-то. Хороший был. Да. У тебя и 5 фрагов, может, мастеросы дали мне? Так дали, конечно. Да. За 6-6 катом. Клевая медалька. Обожаю эти медальки. Гора. Неплохо.